У меня уже вошло в традицию. Думаю, что же покушать сегодня на ланч, обед. Вот крабовые палочки мне есть. Вот такие яйца. Я спустила сюда вот 4 палочки таких, одно яйцо. Вот еще прочитала в интернете, что можно там сыр, зелень, огурцы порезала через терку. Вот еще у меня есть зеленый горошек. Капуста, листья салата, колбаса. И вот думаю, вот если я вот сейчас ограничусь этим и до конца продержусь, то, может быть, будет полезный эффект для здорового питания. Но у меня еще есть фрукты, абрикосы, конфеты. Это вот зелень ассорти, которую можно украсить. Так что вперед!